Всем приветики. Давненько уже у нас с вами не было никаких распаковок. Это все из-за того, что не посылок-то, собственно, я в последнее время не заказываю, а две последние очень долго идут. Одна уже вообще очень долго идет, и вот одна из них пришла. Это такие вот, очки, которые надеваются на очки. Вот, стекла, которые одеваются на очки. Правда, впервые за все время, там, получается, на первую бумажку, которая клеится в самом Китае, клеится вторая потом. Но клей, то есть первая изначально вообще была не на мое имя, а на какую-то там Любу. То есть, типа, ее изначально кому-то другому хотели отправить, потом отправили мне. В общем, вот пришла посылочка. Уже даже забыл, как эти посылочки распаковывать. Правда, ничего не было, никакого пакета. Ну, вернее, никакой коробочки. Был просто обычный пакет почтовый с пупыркой. И все, и в нем лежали такие очки. Они запросто могли там переломаться, но все нормально. Вот. То есть, такие вот дела. Да, уж довольно-таки долго ничего ко мне не приходило. Я одну посылочку жду, она все никак не придет. И мне кажется, вообще затерялась. Там маленькие такие заглушки для телефона. Старую я потерял. И, видимо, где-то затерялась. Ну, что можно сказать? Вроде бы нормально, как бы, да. Вот если так глянуть, вроде бы лампа отражается нормально, то есть царапин нету. На этой стороне тоже вроде бы. И они предназначены именно для компьютера. То есть, когда ты сидишь за компьютером, как бы глаза напрягаются, чтобы они не напрягались, ты надеваешь такие вот очки. То есть, вот сейчас. То есть, вот так ты смотришь на компьютер, а так ты одеваешь такие вот очки. И смотришь, и уже зажелтяет оно как бы. Ну, то есть, вот так ты смотришь, и становится немножко желтее. То есть вот так реальная картинка выглядит. А вот так. Ну, правда, здесь еще вспышка немножко мешает. О, видно камеру, отражение камеры, лол. Да, камера мешает. Ну, в общем, вот так реальная картинка выглядит, а так вот затемненная. То есть чуть-чуть желтее. Ну, вот примерно так. То есть почти что как реально, но чуть желтее. Вот. Разница, я думаю, заметна. То есть оно не такое прямо желтое, как здесь. Оно вот так вот. Вот как это сделать? Чтобы было небольшое зажелтение. Ну вот, слегка так зажелтяет, если вот именно на глазу. А если брать, и по идее, глазам именно должно быть легче, потому что, как говорят, именно синий цвет компьютера напрягает глаза. И поэтому, собственно, и нужны вот эти вот очки, которые надеваются на вот эти очки. То есть, здесь есть такая вот, такие вот штучки, которые, нажимая на них, они открываются и надеваются на обычные очки. То есть, таким вот образом. Я не знаю, получится, не получится. Я раньше такую штуку никогда не надевал. Я попробую поставить на паузу, потому что, мне кажется, сейчас я долго буду возиться. Ну, в общем, вот так они одеваются на очки. И ты сидишь так вот. Они довольно-таки круто все полностью закрывают. То есть вот очки, и они полностью закрывают. Кстати, здесь еще видно, ну, даже если их снять, они, кстати, довольно-таки легко одеваются, снимаются. То есть нажимаешь только посильнее. Ну, то есть они вот так вот могут открываться, кстати. Если они тебе не нужны, ты просто поднимаешь их и сидишь без них. Сидишь за компьютером, надеваешь их, смотришь. Стоишь за компьютером, можешь просто поднять и ходить вот так. То есть вообще максимально удобно. То есть таким вот образом можно носить эти очки. Вот так вот смотришь, пока за компьютером не сидишь, а садишься и опускаешь очки. Ну и нормально. А снимаются они вот таким вот образом. Просто нажимается эта вот штучка, и она поднимается. И, кстати, еще сами очки,
вот эти, ну, не очки, это как бы не стекла, оно, видно, фиолетовым каким-то дает. То есть они сами желтые, и на них еще вот какое-то фиолетовое такое, типа, напыление. То есть какая-то защита в них есть вроде бы. И вот если открыть, они довольно-таки так легко, оказывается, надеваются. Просто вот так вот. Берем очки и опускаем на них. Все. Ну да, там уже выставить, как про, я немножко скосил. Ну, это потому, что все-таки я за камерой немножко неудобно. Ну, и так вот надевается, я думаю, нормально. Да, вспышка это лишняя, надо было не включать. Жалко, что время записи нельзя выключить. Надо останавливать запись, а не хотелось бы. Ну, в общем, таким вот образом выглядит. А как оно работает? Ну, надо... Сейчас не скажу. Это надо за компьютером посидеть. Ну, вот сейчас, на первый взгляд... Я вот сейчас одел очки на глаза, в данный момент смотрю. Эти вот черные штучки... Они видны немножко глазами, но... Не сильно на них обращаешь внимания. Сейчас... Даже как-то правая больше видна, потому что я немножко скосил ее. Она как бы здесь вот, это вот видна, а это не сильно видна. Но если выставить одинаково, мне кажется, она не сильно будет мешать. И когда одеваешь очки, ну, опускаешь стекла, то, в принципе, цвет становится такой, ну, желтоватый, да. И, наверное, мне кажется, может быть, даже и проще будет так смотреть на компьютер, потому что... Именно вот говорят, что синий цвет для глаз отрицательно влияет на глаза. А если оно будет зажелтять, то глазам будет легче. И таким образом можно будет дольше сидеть за компьютером, и глаза будут меньше напрягаться. Вот. Но все равно, как бы, лучше долго за компьютером не сидеть. Больше проводить времени на свежем воздухе, заниматься физической активностью. И все у вас будет хорошо. Вот. Такая вот покупка. Мне кажется, нужно... Буду тестить, смотреть, как она. Потом скажу свои впечатления. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедова.